Добрый вечер. После всех веселых видео, которые вы видели у меня на канале в Одессе, я вернулась домой в Киев и должна вам сказать, вот так вот выглядит война. Когда ты сидишь в своей квартире, у тебя нет света, у тебя есть только замечательные свечи, причем не одна, потому как освещения не хватает. Батареи холодные, ты одет, как на Северном полюсе. Вот так вот, ребята, выглядит война. Ну, если кто этого не знает. Я приняла решение, что завтра, пока будет светло... Ой, сутки Хэллоуин. Завтра, пока будет светло, пока, не знаю, нет никакого графика отключения, потому что... разбомбили все станции, электростанции, все, что можно было, разбомбили. Вот такая война ведется. Оказывается, воюют с мирными жителями агрессоры. Но по-другому они, походу, не умеют. Вот. И я так жить не могу. Интернета нет, так как нет электричества. А работать невозможно, в квартире холодно, и я приняла решение, что я уже уезжаю не тогда-то, там когда-то, а я вот буквально завтра успею собрать чемодан, убрать в квартире, либо, ну, завтра точно не уеду, послезавтра, то есть до 5 числа собираю все, сворачиваю в кучку и уезжаю. И уезжаю куда? Уезжаю из Украины в Мексику. Так что мой путь теперь далекий. Из Украины в Мексику.